Hey yo guys, с вами Шимики, и я решил продолжить проходить Duke Nukem 3D. Мы остановились на том, чтобы Ки решили поджарить нам задницу, и мы сразу ощутились на электрическом стуле. Я с него уже выбрался, поэтому давайте, не знаю, продолжим. Как я понял, у нас с вами никакого оружия больше уже нету. У нас пропала иконка со всеми атрибутами. Давайте я быстро тогда настрою, потому что, я не знаю, я уже настраивал, но она почему-то не сохранилась. У нас с вами 186 хп осталось, но... А бы кто сильный? Он с одного попадания нам нанес около 50 хп. Так. Дробовик. 20 патронов всего лишь. Так, дверь заперта у нас, давайте тогда, я не знаю, эту кнопочку нажмем. Да. Так, у меня есть идея, в принципе, можно быстро открыть, убить того, и я слышу, там еще один бык был. Ого, вот его. Возьмем пистолет. Так, хп... Так, пистолет. Так, патроны как раз нашли с вами. Аптечку-то. Еще один свинокоп. Патроны нам как раз не помешают, хилка тоже. А, у нас и предметы все, оказывается, пропали. Как-то темновато здесь. Ага, бык уже лежит. Так, давайте, ладно. Потом в ту комнату пойдем, давайте эту проверим. Так. О, я вижу повешенного монаха. Они поклоняются какому-то монстру. Так, аптечки, так, еще один. Я вижу, там какой-то проходик, может тут можно будет подняться, как в первом раунде. Так, стероиды. Здесь ничего. Кнопка есть. Ага, она поднимает нам. Так, стоп. О, атомы как... и броня как раз. Так, я слышу какой-то жуткий звук. Так, нам походу нужно спрыгнуть. Так, еще атом. И Ктухлу. Хо-хо-хо-хо-хо. Жутко-жутко. Где-то опять я слышу эти дикие звуки. О, это монстр, который мы видели с вами во втором раунде. Давайте поэкономим лучше. Патроны. Хо-хо. That's one doomed space marine. Да-да, именно. Это пасхалка, отсылка к этому Думу. Персонажу из Дума. Так, а что делать? Ясненько. Типа мы из креста делаем антихриста. Так, что у нас по патронам? Давайте лампа пока с пистолетом, хотя, кто знает.
у нас и патрон, давайте пулемет возьмем. Как-то тут слишком темновато. Так, ХП. Так, я вижу потайник какой-то. О, боеприпасы для РПГшки, но у нас, к сожалению, ее, по-моему, нету. Да, нету. Девушка, так я не понял, что с ними делать нужно. Слишком темно, давайте спиной пойдем. Так, мы нашли еще патроны для дробаша. Я вижу еще дырку, и там монстр. Монстр. Давайте мы по ногам постреляем. Минус. Я слышу еще одного быка где-то. Ох. Походу это он и был. Только его разорвало. Давайте возьмем на всякий случай пулеметик. Так, я слышу все-таки быка. Я не понимаю, почему оно бывает переключается. Так. Здесь нам слишком сложно будет. Давайте. Оп. Так, патрон для дробаша. Так, я вижу РПГшку как раз. Так, электрический стул только показывает нам. Так, что у нас? Сим-карта как раз синяя. Так, у нас, в принципе, ХП, я не знаю, подбирать или нет. Лишний, я думаю, ХП не помешает нам. Ладно. В следующий раз, когда там, может быть, придем, кто у нас будет ХП не так много. Так, тут аптечка, запомнить. Так, бык. Так, 20 патронов. Так, синяя сим-карта как раз мы с вами подобрали. Еще один бык. Так, пускай он активирует ловушку. Ой-ой. Ладно. Мы потратили только зря здоровье. Пойдемте за атомом сходим тогда. Если на то вышло. Прикольно. Наша с вами первая смерть. О, тут можно перематывать время обратно. Давайте на этом моменте. Оп. Оп. Так. Это не так легко, как кажется. У меня есть идея взять, использовать стероиды и на стероидах пробежать, но... Да, давайте, скорее всего, просто промотаем время, где на нас напал тот бык, да и все. Хотя... Ладно. Пытка не пытка. Используем стероиды. Я просто перелетел. Так. Так, выбрать. А, там потолок не мешает, оказывается. Вот в чем дело. Так, давайте, ладно, еще последний раз попробуем. И да, все, мы это сделали. Так, у нас сразу максимальная хпшка. Так, дробовик. Нам не мешает. Ой, еще там один бык. Не буду тратить больше патрона для этого дробовика. Как его размазало. Хе-хех. Так, красная сим-карта нам нужна. Еще один бык. Лазеры. Слишком много лазеров. Так, пистолет. Два быка. За этой дверью получается. Нам нужна желтая сим-карта.
Так, давайте красная сим-карта. Много сим-карт нам нужно, оказывается. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. О, привет, привет. Так, сразу взорвем стенку. Один патрон всего лишь-то. Фу-фу-фу, лазер, лазер. Так, а здесь у нас что? Я вижу атом. Давайте его, ладно, пока что оставим. Так, еще слышу одного быка. Ого, я его увидел. Его кабинки как-то очень слишком темно. Так, армор, мыло. Ага, это получается как стенка защитная. Так, нам нужно попасть в ту комнату, но мне не нравится эта темнота. Ладно. Все, быстро берем и убегаем отсюда. Давайте перезапустим, потому что слишком много хп я потратил. Так, у нас есть подводная лодка. Где-то. Так, сейчас, подождите, у меня мышка что-то. Все нормально работает. Так, нужно... Все, да-да-да, все получилось. Так. А, так. Так, у нас там ничего не осталось. Походу не только лазеры заработали. Так, а теперь что делать с вами? Ага, это открывает двери. Так, мы подобрали с вами сим-карту. Давайте тогда поищем от нее дверь. Так, кабан еще один. Свинокоп. Так, патроны как раз. Если не ошибаюсь, мы подобрали с вами желтую. Так, и получается двое сразу сбоку у нас. Come get some. Так, что у нас здесь? Вход. Ага, тут бык получается где-то с стеной или типа того. Глава главного босса. Церковь. Переулочек, хорошо. I'm gonna get medieval on your asses. Так, еще один летающий уродец. Так. Ага, здесь у нас прикольная дверь, не открывается. Хорошо. Так, куда нам тогда идти? Давайте быстро пробегусь. Так, патроны, патроны, патроны. Ага, где-то сверху над нами рычат. Красная карта. Это хорошо. Так, патроны. Так, все, мы забежали. Так, красная карта. У нас и там, и тут дверь. Наверное, ни на что не влияет. Давайте, ладно.
Это откроем тогда. Come get some. Так, кнопка. Это... С головой этой. Так. Здесь у нас ничего. Так, я вижу там комнату какую-то. Ага, не на то нажал. Хорошо. Значит, это не дверь открывает. Нужно быть осторожным. То, что я говорил. Так, тихо. Ага, мы отключили с вами этот щит. Так, и ловушка оставим, чтобы стены взрывать. Так, все, мы щит тоже отключили. Так, у нас здесь стена, и у нас еще вот эта есть дверь. Слишком много лазеров. Но я не буду рисковать, поэтому давайте пойдем сюда. Ага, здесь у нас броня и еще что-то. Ага, мы с вами здесь уже были. Так. Мы с вами взорвали тогда... Так, это не подбирается. Где-то стену, я помню, с атомом. Нужно подобрать атом будет. Так, летчик. Ага, это тот, которого мы уже убивали, хорошо. Так, атом. Вот атом. Так, тут еще проходка есть куда-то. Ага, это в тюрьму, где мы были. За стенкой. Так, давайте по-тихому. Так. Так, двери, по идее, уже должны все быть открыты здесь, потом здесь кабанчики. Стенка. Ага, взорвем на всякий случай. Я слышал где-то. Ага. Пулеметы стреляют, попадают. Хорошо. Так, каждую комнату проверим с вами. Третью дверь с вами откроем. Вот так будем с вами быстро, шустро пробегать все. Так, тут кабаны. Проверим. Пистолет, патроны вижу. Попало по нам. Так, дробовик. Так, у нас максимальное количество патронов на дробовике уже. Поэтому давайте возьмем на всякий случай дробовик. Так. А, возьмем патроны. У нас патроны уже максималка. Нет, еще не максималка. Ладно, давайте пока не будем тратить все эти патроны для пистолета. Попользуемся этим. Так, у нас тут за картиной есть место. Так. Так, и СВУшка. Две СВУшки. Так, и стена у нас. Давайте СВУшку, ладно, используем. У нас 4 штуки осталось. Так, дробовик. Так, и СВУшки. Раз. Давайте быстро пробежим. Ладно. Быстро не получилось. Так, мы с вами в канализации. Так, давайте на контр пойдем, потому что я не знаю, кто здесь может быть. Так, поворот на загиб. Ага. Ого, он еще пускает какие-то шары. Ага, штаны у нас портятся, получается.
Мы не можем ходить по канализации. Так, мы можем ходить по воде. Прикольненько. Так, где-то я видел врага стоять. Где-то здесь враг был. Ага, у нас есть теперь акваланг. И где-то еще здесь был один враг. Корабль USS Dallas. Скорее всего, это отсылка к чему-то. Опа. Не буду тратить на эти патроны. Делаем так. Это типа мозг. Такая СВУшка. Какой-то проход, который не открывается хорошо. Давайте тогда в корабль вплывем. Так, ну все, мы с вами, в принципе, прошли этот уровень. За 21 минуту. Ха. Много тайников не нашли. Токсичная. Так, у нас вода с вами прибывает. Так. А что нам делать? Ага. Нам на все дышать. Или что? Давайте тогда среднюю берем. Оригинальный код. Все активируем и, так сказать, что-то все-таки не открылось. Так, я в недоразумении, что мы с вами активировали и почему ничего нету. Ага, вот есть. Выплываем быстро наверх. Ой-ой-ой, там пушка стреляет. Две пушки, хорошо. Так, у нас есть куда-то наверх проход. Ладно, давайте вниз. Может, внизу что-то есть. Так. Так, еще акваланг. Ладно, давайте поплаваем, потом его подберем. Так, что у нас тут еще есть? Там ничего мы смотрели. Так, ладно, давайте подберем акваланг. Поплыли дальше. Ладно, давайте экономить время, поэтому... Да, стенка сломалась. Ребят, как-то вас тут слишком много, не думаете? Слишком вы сильные какие-то. А насчет ваших шариков я даже не хочу проверять, сколько они наносят. Так. Токситы. Так, не, давайте на этот раз используем СВУ. Так, это мы с вами. Ага, я понял, где мы. Так, давайте тогда дробовик, быстро пробежимся. А карты у нас тут с вами нету. Что нам с вами делать? Я не знаю, где карта. В принципе, можно сходить в те уголки и посмотреть.
Мне вот та вот коробочка не нравится, маленькая. Так, давайте лучше дробовик возьмем. Слишком темно как-то. Так, СВУ. О, как раз синяя карта. Ага. Раз. Оп, все, с вами быстро пробежим до двери. Активируем. Так, есть. Угу. Так, у нас лазер, понятно. А как ты... Вы надоели сзади появляться. Ей-богу. Так, давайте на аптечку переключимся, мало ли. Так, у нас бак, который поднимает вверх. Так, слышу мобов много-много. Так. Женщина, так еще один кабан где-то. Походу сверху где-то. Да. Нет у нас ключика. Почему-то не работают камеры. Ладно, потратим одну ракетку. Так уж и быть. Так, ладно, давайте тогда с вами станем сюда. То, что я больше вариантов никуда не вижу. Мне не нравится, мне не нравится, мне это не нравится. Мне это не нравилось. Черт. Ой-ой-ой. Отходы. Блин, я не знаю. У нас ХП уже потрачено с вами. Нужно что-то придумать. Блин, вот эти лазер, конечно, не очень сильно нам помешали. Почему ты меня не взяла? Ты что, сломалась? А, нужно тут встать. Хорошо. Так, давай. По-быстрому. Так, сюда. Лазеры. Это там, где были двери. Так, холл, пещера. Хорошо. Так, хилка. Карта. Ага, это начальная дверь. Хорошо, давайте закроем лучше. Ага. Спасибо. Я вас понял. Так, армор, я слышу летчиков. Хорошо, давайте... А, я вижу тень. Летчик раз. Покатайся. Так, здесь у нас ничего больше нету. Ну, тихо повсюду. Так. Эти не открываются. Может, где-то переключатели есть. Опа. Атомное здоровье. Атомное здоровье. Это очень хорошо. Так, а что ты... А что дальше? Что дальше? Мы с вами подобрали, по-моему, карту, да? Так, где мы с вами еще не были? Так, нет,
здесь мы с вами были. Так, наверху. Нет, тут мы тоже были. Ага, вот. Сим-карта как раз здесь мы вот не были. Так, давайте сюда тогда быстро пробежим. Сюда. Так, раз. Мы пробежали с вами. Так, у нас тут... Раз, ключик. Мы что-то активировали. Но я не пойму, что... Ага, ясно, это отвечать за этот, хорошо. Так, нам нужно вернуться быстро обратно, давайте. На спринте. Так, я слышу врагов, такая это что у нас за проход? Я понял. Это был плохой вариант. Мы выбрали самый долгий с вами путь, и поэтому нас убило. Так, ладно, давайте продолжим. У меня быстро спали настройки минималки. Так, игры. Так, минималка. Назад, все. Так, все равно ничего не отвечает нам. Слишком темно, так давайте, поплыли. Так, хилки. Так, патрон для дробаша как раз нам нужны. Так, мины. Подводный, ладно, давайте как-то проплывем, не задев. Так, еще монстр. Так. Быстро нам. Тут ничего не активируется. Ладно, поплыли отсюда. Так, тень. Пока тут что, сверху там кто-то есть. Так, тут есть что-то? Нету. Так, ты решил мне приплыть. Тут точно ничего нету? И кнопочка. Так, вода начала прибывать. Ой-ой-ой-ой. Так, еще один. Монстрюга. Да, я проверил все-таки, что она делает. Шарик наносит. Нехилый урон. Так, астероиды. Оп. На хилку переключусь. Так, мне нужно на ту сторону, получается. Опа. Так, стену разрушить нужно. Come get some. Умри. Так, там еще один. Зарядка глупая. Да, я вижу, там еще есть проход. Интересно, как туда попасть. Опа. Мы забежали. И темнота. Так. Для РПГ мы нашли с вами патроны. Так. Где там? Охо-хо-хо-хо. Над нами там опять эти мутанты летающие. Так, и СВУшка. Так, еще свушка. Так, атомное здоровье, еще одна из свушка. Так, мы вернулись к началу. Так, нам начало не нужно. Пойдемте тогда в воду. Там мы активировали какой-то ход. Одного летуна. Так, да, вот он. Ход, давайте быстро проплывем. Слишком темно. Слишком вас много. Thank you.
и активируем. Фу, блин. Чё ты так пугаешь? Зараза. Так, пулеметик. У нас он фул. Так, я вижу. Хил. Давайте лучше будем с пулеметом тогда. Ну, не сказал бы, что он так убивает мощно. Ну, убивает. Течение. Ты опять поднялся. Так, дробовик оставим тогда. Ну, поехали. Так, стена, стена, стена. Тихо, 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 тихо. Я вижу телепорт. Непонятно, куда-то мы телепортнулись. Так, ладно. Пойдемте обратно. Я понял, это плохой вариант. Плохой вариант, плохой. Так, еще где-то сверху надо мной. Так. Это разве разное? Нет, обычно. Так, из пушки, с пушки. Так. У нас патронов еще больше половины. Никто тут заходит. Я понял. Выходи, выходи. Никто не вылетит. Конечно, никто не вылетит. Так. Тут мы с вами не проверяли. Здесь ничего не проверяли. И нам нужно наверх, походу. Ага, и куда? Нам что, нужно... перепрыгнуть? Я что-то не могу понять. Может, где-то есть подводный ход? Странно. Ничего нету. Куда нам тогда идти с вами? Один вариант — это туда надо идти, но все же не понимаю, как. Ага. Стоп. А, мы были с той стороны, поэтому мы ничего не могли забраться. Хорошо. Так, 22 патрона, 32, так, хорошо. Так, дверь какая-то. Ага, тут хилка и кнопка, хорошо. Так, а что ты сразу делаешь? Проверим. Ага, хорошо. Так. Переплыву. Опа. Так, ага. Привет, Розу. А. Минус сразу 3 патрона. Тире 2. Раз. Угу, там есть проход. Так, это на здоровье. Как раз у нас фулл хп. Не-не-не-не-не. Так, сапоги включены. Тайничок, атомное здоровье. Ладно, пойдемте быстро отсюда. Что у нас с сапогами? 62%. Оно быстро тратится, слушайте.
сохраним. Давайте. Попробуем, давайте. Пулеметик используем. Так, хп у нас полный. Фу-фу-фу. Шарик. Я думал, я убил. Ты шо пал? Не понимаю, главное, их я убиваю, но они все равно поднимаются. Так, у нас опять эта хрень. Так, параметры настройки игры. Минимальная. Так, я уже успел двух убить. Там, наверное, немного отошло видео. Так. Ну, давайте попили. Надо, конечно, по-быстрому что-то сделать, потому что... Ботиночки-то у нас не вечные. С вами нашли выход, получается. Ну, в принципе, мы выполнили тактические отходы. Мы не нашли 7 таников, еще не убили 5. Остановка. Ладно, давайте на этом тогда остановимся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем до новых встреч и пока!